Я сигнальный передатчик. Передаю, что мне 24 года, блондинка я и с длинными ногами, что я люблю читать журнал «Люблю». Когда я выпускаю свой сигнал, я чувствую, как это происходит. Как в воздухе разносится сияние и как включают запасную мощность приемники мужчин. Я помню, я росла, я строилась. Сначала был сигнал довольно неуверенный и слабый. Потом пришла налаженная четкость. Теперь меня поймает и мальчишка. По улице пойдет тихонько рядом. И, может, осмелев, тихонько спросит. Скажите, тетя, вы модель? Я Света. Я сигнальный передатчик. Я радио любви и длинных ног. Лови меня, прохожий и коллега, пока я есть, пока спешит сигнал.